тоже нацист. Не, ну, один ты! Посмотри, посмотри, он тоже нацист, он тоже смеется. Ой, нахуй нацист. Не, ну он блядь, тоже смеется. Какой нахуй нацист, когда Россия вступала за Нагорный Карабахский конфликт? Ну тогда какой спасибо нахуй? Скажи, что ты здесь да живешь в России. Кого? Приехал с Армении. Да я в рот выебу, уеду, понял? И ты охуеешь без серьезно? Меня. Серьезно? Да! Да я перекрещусь. Кто? Ты? Конечно. Да как? Если поменьше если таких, мы тебе ты, дали перекреститься, и испокон веков мы тебе дали, что такое креститься, блядь. А, ты знаешь, что такие христиане? Первые григорианцы. Если вы первые приняли крещение, это не говорит о том, что да, ты здесь а такой великий, да, понял? А ну откуда тогда ты произошел? Произошел от тебя произошел, от армян. А армянская раса преобладает да. на планете. Значит, серьезно? Существует, знаешь что? Что, сука, нашу планету заселили арминоиды. Армяне. Арминоидская НАСА, не армяне. Раса арминоидов. И ты, будучи русским, тоже арминоид. Славянин, принадлежащий к третьему сословию армян. Царство. А гуманоиды тоже от арминоидов? Да хуйня все. Оставь его телефон, я ему скину то, что я заснял. Да чтобы забудь, он по трезвяне посмотрел. А вообще я в ютубе. Запомните одно. Запомните одно. Когда вы будете плакать, я приду собирать ваши деньги. Ой. Поехали. Да, это пиздец. Ам, с этой стороны. Как я давно, блядь. Ам, с этой это... стороны. Давно этого, Аму, блядь. Мне этого не хватало. Все принадлежите к царству арминоидов. Запомните, Аминотавр, вы все арминоиды. Аминотавр ваш. И благодаря то, что ты сейчас разговариваешь на русском языке, это благодаря мне. Не было бы меня, я бы не заселил бы Великую Русь. И нихуя бы ты сейчас бы не разговаривал со мной на одном языке. Арминоиды были. Где ты был? Я заселял тебя, ёпты. Я заселял тебя. Я тебя спасал от татаро-монгольского ига, который тебя ебало 300 лет. Понимаешь? А вас нет? Да, меня нет. До меня не дошли, потому что я их маму выебал. А тебя ебали 300 лет. И ты платил дань. Чингисхан заплакал. И ты дань платил. А твои три богатыря, Илья Муриц, Алеша Побоич и кто там третий с ними был, да? Никита они, Добрынич. Знаешь, кто? Никита Добрынич, да? Они оказались, знаешь, в горах армянских, да? И старый мудрец вышел и говорит, слышь, ребят, вы изранены все после татаро-монгольского ига. 100 лет он их в пещере укрывал. После этого ваши три, в кого ты веришь, блядь, богатыри, да? Они вернулись на Русь и отбились от армян. Понял? После армян. Старый мудрец их скрыл 100 лет, лечил их раны, блядь, в армянских горах, сука. Чтобы они вернулись.